Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире «Эрмитаж Онлайн». Приносим извинения за небольшую техническую неполадку. Наконец-то эфир у нас запустился, и мы рады вас приветствовать в галерее «Графики». И, конечно, в первую очередь благодарим всех наших зрителей, читателей за те отклики, благодарности, которые мы получали с момента открытия, даже еще первого премьерного эфира. И нам, и кураторам выставки, очень было приятно получить такой мощный отзыв, поэтому Василий Михайлович решил в долгий ящик накладывать выбор куратора, и поэтому представляем вам сегодня эфир из этой рубрики. Василий Михайлович Успенский расскажет нам о своем выборе авторском тех экспонатов, которые у нас здесь представлены. Вам слово. Да, спасибо, Ксения. Выбрать, конечно, было сложно. Хотел выбрать все, но посмотрим, что поместится, потому что, в общем, действительно, здесь много интересных экспонатов. Мы старались, чтобы это было именно так. Еще раз повторю и не устаю повторять то, что это не просто новая выставка, но это первая выставка в галерее графики Государственного Эрмитажа, первая среди череды многих-многих выставок, которые будут на протяжении многих лет и никогда не закончатся, мы надеемся. Здесь всегда будет выставляться старая графика. Но вот эта первая выставка, собственно, посвящена такому торжественному представлению этих двух искусств, гравюры и рисунка, которым и будет посвящена эта пространство. И начинаем мы с выборки шедевров нашего собрания. Мы выбрали произведение только тех мастеров для этого первого раздела, которые работали одновременно и в рисунке, и в гравюре. Да, не все владели гравюрой, да, это искусство довольно сложное. И вот те мастера, те лучшие мастера нашего собрания, что работали в обоих техниках, здесь представлены, что позволяет сравнить, как один и тот же художник, одна и та же рука, проявляет себя в этих двух разных искусствах. Начинаем мы с Дюрера. Вещи, которые вы, конечно, недавно могли видеть на выставке Дюрера, но Дюрера никогда не бывает много, это раз. Во-вторых, он, конечно, такая ключевая фигура, без которой обойтись совершенно невозможно, это два. И вот здесь его рисунок, замечательный проект для витража, проект натуральную величину. Рисунок, выполненный довольно быстро, видите, такие энергичные штрихи, явно это не то, над чем он долго сидел и отделал в деталях, нет, это такой рабочий рисунок, который он быстро набросал. Но вот тем удивительнее точность линии, которая здесь проявляется, да, что именно вот в таких быстрых рисунках и видна твердость руки мастера, и здесь она совершенно очевидна, твердость руки Дюрера была непревзойденной. И причина тому в том числе было его занятие гравюрой, потому что резцовая гравюра, которой он в основном занимался, конечно, воспитывает твердость руки. Ну, благо, к тому же Дюрер вообще был сыном ювелира, собственно, именно поэтому резцовая гравюра ему и была подвластна. А рядом мы показываем другой лист, гравюру Дюрера. Гравюру не резцовую, а на дереве, которую, возможно, ученые спорят, но, возможно, Дюрер создавал не полностью сам, а при помощи профессиональных гравюров. Но, тем не менее, и в этой вещи, опять же, видна вот эта точность, ювелирность отделки, ясность линии, да, отчетливость каждого фрагмента изображения, который Дюрер стремился как в рисунке, так и в гравюре. Да, это вот эстетика ясной линии, которая вообще была главенствующей в искусстве Ренессанса, что на севере, что на юге. А рядом с нами другой художник, Пармиджанино, итальянский художник уже другой эпохи, эпохи маньеризма. И маньеризм, хоть и вырос из Возрождения, в общем, во многом был ему противоположен. И вот здесь уже на смену ясности, классичности, такой возвышенной кристальной формульности приходит искусство сложное, противоречивое, жеманное даже иногда. И характер линии становится другим, она становится более живой, трепетной, извивающейся, не всегда ясной. И помимо вот
тут уже важна не чеканная ясность силуэта, а скорее некая общая атмосфера, которая создается множеством линий. И, может быть, даже еще больше это видно в его гравюре, созданной в технике афорта. Да, и вот это очень важно, что здесь мы уже имеем дело с афортом, той техникой, которая была подвластна и сейчас подвластна многим живописцам, не получившим какого-то профессионального ювелирного, например, образования, как Дюрер, да, тем, кто просто умел хорошо держать перо или карандаш в руке, они могли создавать и афорты. Эта техника более технически доступная. И характер афорта другой, чем характер рисовой гравюры. Рисовая гравюра, сама техника тяготеет к отчетливости. Так же, кстати, в общем, как и ксилография. А афорт позволяет создавать вот такие живописные, неясные, атмосферные работы. И вот именно такой подход к гравюре, который впервые открыл Пармиджанино, потому что до него афорты создавались в манере рисовой гравюры. Тоже вот такие очень были ясные, отчетливые, формульные. А вот этот живописный подход, он со временем стал главенствующим среди именно живописцев, которые занимались гравюрой. И вообще надо сказать, что это отдельное, очень важное явление. Вот в этих первых двух залах, которые посвящены вот этому разделу шедевров, большинство гравюр и рисунков созданы живописцами, да, то есть не профессиональными граверами, а живописцами, которые обратились к гравюре подчас даже в какой-то мере по-дилетантски. У того же Пармиджанино в гравюрах масса каких-то технических ошибок, технических несовершенств. И вообще говорят, что он афортом занялся случайно. Это был побочный продукт его занятий алхимией. Значит, такой он был, вот действительно противоречивая манеристическая личность. Но поскольку живописцы, так уж сложилось, стояли в старом искусстве всегда выше, чем граверы, да, это считалось более как бы творческая, что ли, профессия, то именно те моменты, когда живописцы обращались к гравюре и были поворотными в ее истории, именно тогда рождались самые интересные в художественном отношении произведения. Поэтому не удивляйтесь, что мы здесь будем иметь дело в основном с работами живописцев. Ну, про Гольцуса я вам рассказал уже в нашем небольшом превью. Ну, тут скажу только, что он продолжатель, конечно, традиции не Пармиджанино, а традиции Дюрера, вот этой строгой, ясной, во всех деталях отделанной гравюры. А вот Беланж, который для, как я уже чувствую, для многих зрителей является одним из открытий этой выставки, совершенно замечательный лотаринский художник, тоже художник-маньерист, что видно с первого взгляда, он впитал в себя раз многие разные тенденции, но, конечно, был, ну вот из этих, если огрублять, да, из этих двух линий, линии Дюрера и линии Пармиджанино, он, конечно, был ближе к Пармиджанино. Ну и помимо его вот гравюрной техники, тоже очень интересный, конечно, в первую очередь поражают вообще сами его образы, сами вот эти невероятно вытянутые, невероятно сверхграциозные фигуры, словно вылепленные из воска, такие все текучие и плавные. Да, вот такой маньеризм, немножко, может быть, провинциальный, но оттого еще более экстравагантный, впитавший в себя самые разные тенденции. И вот итальянский маньеризм, и северный маньеризм Гольцуса, и, например, какие-то реминисценции пламенеющей готики французской, да, ну, вот Лотарингия, она как раз рядом с Флоренцией, сейчас является частью Франции. Хочется вместить побольше всего, поэтому перейду к следующему художнику, уже куда более знаменитому, тоже уроженцу Лотарингии, Жаку Калло. И вот это как раз тот случай, когда мы имеем дело с профессиональным гравером.
который никогда не был живописцем, но, тем не менее, вошел в пантеон вот этих самых главных гравюров, ну и графиков тоже, да, и рисовальщиков в том числе. И если до того мы с вами, я вам показывал вещи друг с другом впрямую не связанные, да, то есть, хотя между ними есть какие-то переклички, вот обратите внимание, что, ну, конечно, не случайно у нас вот Венера и Амур и Куртизанка сопоставлены, или, например, Воскресение Христа и рисунок, изображающий Зевса, да, и там и в типажах, и в самой идее есть нечто близкое, есть некий диалог, собственно, наша выставка называется «Диалоги», поэтому тут есть над чем подумать, оставлю это вам. А новый случай с Кало, здесь связь рисунка и гравюра куда более прямая, это подготовительные рисунки к гравюрам, но в которых очень интересно посмотреть, как же этот процесс происходит. Вот вы видите, да, значит, сейчас рисунок, на котором, вот, допустим, архитектурная часть, да, вот изображение здания, выполнено очень ясно, четко, да, вот без, детально и реалистично, что называется, да, документально фиксирует. Так же, как вот изображение орнамента этого партера внизу, с одной только стороны, поскольку он симметричный, да, рисунок он делал сам для себя. А вот, например, фигуры на первом плане намечены куда более эскизно. И совсем еще иначе, просто в другой технике, решен картуш наверху, где должно было впоследствии размещаться название серии. Почему картуш сделан по-другому? Потому что, ну, он как бы не относится... Это изображение другого порядка, да, это некое условное изображение, в то время как все остальное, оно вроде как реальное, да. И чтобы разграничить вот эти две... для самого себя разграничить две эти реальности, художник, вероятно, значит, прибег к такому приему. И почему же, опять же, так суммарно набросаны фигуры? Ну, потому что он их набрасывал для себя, и ему было важно только их разбросать по группам, в принципе, в общем представить, как они будут. Потом, и неудивительно, что в финальном афорте они выглядят совершенно иначе, совершенно другие фигуры, в то время как архитектура и изображение партера, то, что должно быть точным, да, и узнаваемым, вот оно и остается точным, как на рисунке, а фигуры – это уже пространство для импровизации, ну, который Кало, виртуознейший рисовальщик и гравер, владел в полной мере. Ну вот тут другой его рисунок, тоже эскиз к такому придворному театрализованному действу. Он вообще был придворным художником, проектировал вот подобного рода празднества. Ну, сейчас нас он интересует, скорее всего, в формальном отношении. Да, видите, это очень суммарный рисунок, где кистью намечены вот темное и светлое, да, основные массы, да, ну и некий драматический эффект вот такого контрастного освещения. Если мы посмотрим на гравюру, то, как ни странно, хотя гравюра работает совершенно другими средствами, да, это линейное искусство, здесь этот эффект сохранен. Да, здесь тоже вот есть эти густые тени на фоне яркого зарева вот от некого пламени искусственного, да, ну, точнее, праздничного, скажем так, который здесь возгорается. Да, то есть основной вот этот драматический эффект сохранен, хотя художник работает совершенно иными средствами, но потому что Кало мог настроить эти средства под себя. Он вообще реформировал афорт, внес в него массу разных изменений, которые позволили вот делать такие изображения. Ну и последний последний в этом зале пара Кало, одна из самых знаменитых его композиций «Искушение святого Антония». У нас есть, опять же, рисунок подготовительный, но не финальный, да, и поэтому не в полной мере соответствующий гравюре, о чем уже говорила Карина Владимировна в нашем превью. Но зато очень драматичный, да, очень вот, передающий эту какую-то такую почти апокалиптическую атмосферу вот этого искушения святого
значит, разными бесовскими наваждениями. И в этом, конечно, преимущество рисунка, что он может передавать вот такие сильные эмоции как-то более ясно. Но вместе с тем у гравюры, конечно, и свое преимущество в том, что все эти мельчайшие подробности, все эти басхианские инвенции Калло разглядеть здесь можно яснее и погрузиться в их такое, в эту фантасмагорию куда глубже, да, то есть может быть общее настроение листа более спокойное, но зато здесь масса есть вот этих увлекательных деталей. Пока мы переходим в другой зал, напоминаю вам, дорогие зрители, что у вас есть уникальная возможность задать Василию Михайловичу вопрос в прямом эфире, и после окончания экскурсии он на него ответит. Для тех, кто к нам, возможно, присоединился попозже, напоминаю, что мы ведем эфир из галереи графики Эрмитажа на третьем этаже Зимнего дворца, и сегодня у нас выбор куратора Василия Успенского. Продолжаем. Да, я чувствую, что я все-таки стремлюсь выбрать все, но не буду останавливаться. Значит, Калло еще один. Ранний его рисунок создан еще в Италии. Вот не в Нанси, а еще в Италии, который серия гравюр, которая запечатлела танцы актеров комедии «Дель Арте», все их ужимки и прыжки. На каждом вот этом миниатюрном листе два персонажа, которые вот друг перед другом и перед публикой, ну, что называется, выделываются. И их интересный вопрос в отношении этой серии – это было ли это зарисовано с натуры или это выдумка художника. Ну, судя по всему, это ближе все-таки ко второму, потому что это одно из первых проявлений того, что называется каприччо, да, жанра фантазии, в котором еще важна была вот эта вариация, когда берется один мотив, две танцующие фигурки, и варьируется на протяжении серии, которая не из пяти гравюр состоит, а куда больше, все время по-новому, по-разному, по-удивительному, скажем так, да, если так можно сказать по-русски. И интересный материал для размышления на эту тему предлагает и вот этот подбор рисунков Калло к этой серии, да, это вот уже рисунки живые, которые, возможно, были сделаны с натуры. Это, опять же, можно думать, вот это с натуры или это все-таки его какие-то суммирования впечатлений, полученных, безусловно, от наблюдения живых актеров. Но интересным вот представляется вот этот большой рисунок, относительно большой рисунок внизу, где, значит, один персонаж стоит на коленях перед другим. Если мы сравним его с одной из гравюр этой серии, то мы увидим схожую композицию, но только персонаж стоит на коленях уже перед дамой, да, в то время как на рисунке это был тоже мужской актер, актер-мужчина. То есть, очевидно, для Калло сюжет, вот и правда, так сказать, происходящего была второстепенна, важнее была просто пластическая выразительность, а дальше он мог комбинировать, варьировать это по-разному. Но важно зафиксировать то, что сам жанр каприччо – это преимущество графический жанр. И тут я должен сказать, что чем еще интересны гравюры и рисунки, что на самом деле они куда шире по своему сюжетному составу, чем живопись. Да? Потому что живопись, она всегда была более строгая и регламентированная, графика всегда была более свободной. И вот жанр каприччо – это прекрасное подтверждение. Пара произведений Рембрандта, которую невозможно пройти мимо, просто потому что произведение Рембрандта сопоставлено нами скорее тоже по такому внешнему признаку вот, того, как вот, этот, вот это мягкое пластичное рисование Рембрандта схожим образом, но очень по-разному проявляется в гравюре и в рисунке. Да? То есть сюжет, опять же, разный, все разное, и время создания, тут 20 лет между этими вещами. Но вот рука одна и та же, и вы это можете ощутить. И вот в том, чтобы как раз научиться как-то чувствовать, что такое рука художника вот в графике, это тоже одна из задач этой экспозиции. Вот, значит, рядом пара произведений Ван Дейка, знаменитого портретиста, по-своему тоже очень интересная. Значит, рисунок справа, да, он очень такой живой,
обаятельный, ну, при этом и детальный, и гравюра, которая удивительным образом менее закончена, чем рисунок, хотя она, это законченный лист, и он тиражировался таким образом, и это было абсолютно авторизовано. И Ван Дейк здесь сознательно пошел на то, чтобы создать вот такое как бы незаконченное изображение, где лицо проработано в деталях, а все остальное лишь наброшено, поскольку он набросано, поскольку он сам в этом обнаружил, может быть, даже в процессе работы, некое особое обаяние, да, вот эту эстетику незаконченного, которую, в принципе, искусство открыло, ну, сильно позже, там, да, в 19 веке, скажем так. А это вот в 17 веке было такое прозрение, опять же, сделанное именно в гравюре, да, то есть в графике, а не в живописи. В живописи у него эстетики незаконченного, насколько я себе представляю, нет. Потому что это действительно было такое пространство экспериментов, пространство свободы, и тем она и интересна. Ну, обращу ваше внимание еще вот на эту пару, может быть, на первый взгляд, таких небольших, да, не очень зрачных произведений, но по-своему очень интересных. Это Стефано Делла Белла, замечательный итальянский мастер эпохи барокко, последователь Калло. И вот рисунок, который вы только что видели, он, это натурный рисунок, судя по всему, сделанный во Франции, когда кардинал Ришелье отправил Делла Беллу, попросил его отправиться в Арас, чтобы запечатлеть осаду города, взятие города французскими войсками. И действительно здесь сидит пыл схватки, динамика и такой почти хаос линий, ну вот, который мог возникнуть именно в результате того, что художник рисовал то, что он видел прямо сейчас, и не мог это отделать во всех деталях. А гравюра, созданная, повторюсь, последователем Калло, то есть гравюром, склонным к вот именно такой ясности, отчетливости, миниатюрности и детальности, она, тем не менее, при том, что она вот по самой манере совершенно отлична от рисунка, да, она совсем не хаотична, она совсем не быстро сделана, но она, тем не менее, тоже передает вот этот пыл схватки, эту динамику, этот накал совершенно другими средствами, но с схожим результатом. Вот в этом это удивительно, как одна идея может по-разному воплощаться в разных искусствах. Ну, тоже можно сказать про вот эту пару произведений Клода Лорена, знаменитого французского, опять же, лотарингского, поскольку он Лорен, художника, за которым, ну, как бы заклеймилось такое, утвердилось, вот хочется сказать, клеймо, да, классициста, да, хотя... Ну и действительно, он родоначальник классического пейзажа, замечательный, строгий художник, вот, создатель этой ясной гармонии, такого, можно сказать, европейского представления о рае в каком-то смысле. Но классицистом он был скорее в своей живописи, а в графике он был, опять же, на мой взгляд, куда более сложным художником, которого можно связать не только с классической традицией, но и, например, с пейзажами импрессионистов XIX века, потому что в графике он еще более очевидно, это есть и в живописи на самом деле, но в графике, может быть, еще более очевидно, он старался передать нюансы вот этой световоздушной атмосферы, естественного освещения, да, вот эту мягкость и сложность атмосферы, да, то есть не некие такие идеальные пейзажи с выкачанным воздухом, да, а вот такие живые, трепетные ландшафты. И по-своему он это делает с помощью мягких движений кистью в рисунке, и совершенно иначе пытается добиться этого в гравюре с помощью... А в гравюре это сделать намного сложнее, поскольку, опять же, афорт – это линейная техника, да? То есть ты уже не можешь работать пятном, вот этим мягким, который действительно, ну, как-то схоже вот с атмосферой. Атмосфера же, она как бы не из линий состоит, она скорее состоит из пятен, если так можно сказать. Вот. А здесь он дробит эти линии на мельчайшие отрезочки, создает такое дребезжание
текстуры графической и вот словно там шелест листьев и чего-то такого вот, да, вечно движущегося в природе создают эту атмосферу совершенно вот другими способами, да. Но опять же стремиться к этому в графике, которая, повторюсь, в его случае может быть сложнее и многограннее даже, чем живопись. Кастильоне, замечательный генуэзский художник, тоже такой последователь Рембрандта, который тоже стремился к некой такой атмосферности в гравюре, да, вот, наполняя ее то, что французы называют сеном, да, вот этими такими, значит, линиями, заполняющими все пространство листа и погружающими в такую вот атмосферу живую, пульсирующую. Вот опять же, как ее создать линией, да? То есть легко сделать черный фон кистью и потом на нем изобразить какую-то фигуру. А, значит, когда ты работаешь только линией, тебе надо делать это несколько сложнее. Но действительно, вот атмосферность в этой его работе, безусловно, есть. В то время как у Каналетто, знаменитого венецианского художника, подход совершенно другой, такой каллиграфический, ясный, чистый, такие вот прописи в некотором роде, пейзажные, но, конечно, по-своему тоже весьма обаятельные, но вот такие строгие, чистыми руками сделанные, что называется. Как это в живописи? Интересующиеся могут потом, наверное, в итальянском просвете увидеть его живописные работы, да? Тоже вычерченные по линейке, да, все, да. Сравнить впечатление. Вот, и действительно это... А в гравюре это тоже так же, но немножко, опять же, иначе. Да, вот это интересно, когда ты сравниваешь два произведения с одной, ну, как бы, такой художественной идеей, тебе эта сама художественная идея становится яснее, да? И в этом интерес вот сравнения таких пар. Ну, о Тьеполе уже много было сказано в первой в первом нашем представлении. Поэтому предлагаю пройти в следующий уже раздел, посвященный подготовительным рисункам. Да, ну, немножко подготовительных рисунков мы уже видели, вот, в случае Кало. Ну, вот здесь практически все это подготовительные рисунки, которые как раз позволяют окунуться в кухню художника и понять, как рождались произведения, ну, в частности, как делались гравюры на основе рисунков. Да, вот здесь у нас этот путь, и поэтому раздел называется «От рисунка к гравюре». Вот натурный рисунок Дюрера, да, когда он посадил натурщика в нужную ему позу, главное внимание сосредоточив на этих сложных драпировках, которые потом переносит весьма точно в гравюру, которая тут же рядом выставлена. Но что еще любопытно, что может быть еще более любопытно, это другая деталь этого натурного изначального рисунка, а именно вот эта подушка, на которой сидит этот персонаж. Как видите, в гравюре ее нету, потому что там персонаж сидит на льве. Да, и там никакой подушки не надо, лев и так мягкий. Но эта подушка вдруг возникает в совершенно иной гравюре другого времени, да, изображающей Деву Марию, потому что как бы ничто не пропадает у художника из его графического арсенала, из которого потом рождаются его произведения. Да, и вот спустя там, почти 10 лет он берет вот ту подушку из совершенно другого проекта и использует ее заново. А вот рядом другая пара, рисунок, который впервые выставляется на этой выставке, это копия неизвестного художника с несохранившегося рисунка Рафаэля. Вот такая необычная, может быть, вам показаться конфигурация. То есть был некий рисунок Рафаэля, с которого сделали копию. Сам рисунок оригинальный не сохранился, но вот у нас есть копия, по которой мы можем судить оригинал. Копия хорошая, старая и качественная. И мы здесь видим стадии работы, как сначала художник набрасывает просто фигуру, да, ну, во всех деталях прорабатывая анатомию. Потом уже добавляет какие-то атрибуты, вот льва, знамя,
которую он держит над головой, прическу тоже, значит, прорабатывает, а справа еще на отдельном кусочке вот набрасывает шлем, может быть, подсмотрев его на каком-нибудь древнеримском саркофаге. И потом из всего этого создается вот такая гравюра. Ну, гравюру создает уже не сам Рафаэль, а Марк-Антонио Раймонди, его партнер в гравюрном деле главный. Что здесь любопытно, да, что на рисунке, вот, который мы сейчас с вами рассматривали, мы видели только фигуры, да, то есть вот этого самого воина с знаменем и льва. И мы не видели совсем никакого пейзажа, даже намека на него. А в гравюре пейзаж уже есть. Причем пейзаж очень забавный. Такие немецкие домики, по всей видимости, скопированные гравером, видимо, тоже с какой-то немецкой гравюры, может быть, с того же Дюрера, как то было принято в это время, и о чем мы много с вами говорили в связи с выставкой «Линия Рафаэля», где там был ряд таких примеров, и это вот тоже один из них, что многое отдавалось на откуп самому гравюру. Ну и схожим образом, как и Рафаэль, с гравюрой работал Рубенс. Рубенс создал сам одну хорошую гравюру, но что-то дальше у него не пошло. Видимо, ему это, ну, как-то было не очень интересно, не очень понравилось. И большинство остальных своих гравюр он создавал в сотрудничестве с профессиональными граверами. Вот как Рафаэль и Марк-Антонио Раймонди со школой, так и Рубенс с своими мастерами. И здесь мы можем видеть, как это происходило, весь этот процесс. Но перед этим надо сказать, а вообще зачем ему было заниматься, ему, Рафаэлю и всем другим художникам, заниматься гравюрой? Дело в том, что до изобретения фотографии гравюра была единственным способом репродуцирования изображений, любых. И поэтому о художнике судили в основном по гравюрам. Да, потому что если его живописные произведения были вот в том месте, где он жил, ну, где жили, точнее, его заказчики, да, но в основном это вот был его город, там, его страна, ну, редко что-то выезжало за границы, значит, его страны. А то гравюры более дешевые и, главное, тиражные и легко транспортабельные, они разлетались по всей Европе. И поэтому о вот художнике, особенно другой страны, ты мог судить, как правило, именно по гравюрам. Поэтому эти гравюры должны были быть хорошими, чтобы адекватно передавать эстетику мастера. Он сам был в этом кровно заинтересован. В частности, Рубенс. И как это происходило? Что вот большинство гравюр по Рубенсу, они создавались по картинам. Но чтобы из картины сделать гравюру, сначала вызывался некий художник из окружения Рубенса, а у него была огромная мастерская, как известно, и он делал рисунок в размер будущей гравюры, рисунок черно-белый, то есть уже адаптированный к гравюре, гравюра тоже, как правило, черно-белая, и этот рисунок, вот уже это была такая первая стадия перевода с одного языка на другой, с языка живописи на язык графики. И вот этот и подобного рода рисунки подносились Рубенсу. Он брал их и сверху исправлял. То, о чем мы тоже говорили на выставке Линия Рафаэля. Вносил свои правки, вот, авторизовывал, доводил этот рисунок до того состояния, которое ему казалось уже возможным для гравирования. И потом уже гравер переводил этот рисунок в гравюру. Вот такая многоступенчатая работа. Вот в этом отношении интересен также, может быть, вот этот рисунок. Уникальный, это, я оговорился, рисунок, это гравюра на самом деле, хотя я не вполне ошибся, потому что это пробный оттиск гравюры, где награвированы только вот сами эти фигуры, а архитектура и, что может быть еще интереснее, вот эта пара лошадь и человек, ведущий под усы справа, они нарисованы. Да, то есть это такая промежуточная стадия работы, когда, тем не менее, в которую вносится довольно существенное исправление. Чьи это исправления, мы в данном случае ученые спорят. Да, изначально считалось, что это, конечно, сам Рубенс. Сейчас думают, что, может быть, это и гравер все-таки. Но, тем не менее, вот и такое случалось. Да, то есть это была сложная многоступенчатая работа.
А вот здесь тоже замечательный рисунок с правками Рубенса. Причем, ну, правки могут быть такие почти незаметные, какие-то лессировки сверху прохождения белилами, а могут быть вот как вот этот ангелочек внизу, просто добавленной фигуры, которой не было изначально. Он решил, что композиционно она здесь нужна, и вот так легко набросал этого обаятельного малыша. Ну, были у него и рисунки, впрочем, Рубенса, которые он сам создавал для гравюры. И тоже видно, что они уже учитывают вот эту такую строгую линеарность гравюрную. И поэтому и гравюра очень похожа на этот рисунок, потому что он с самого начала учитывал ее язык. А композиции создавались с учетом последующего зеркального отражения или не всегда? Это хороший вопрос, да. Как вы могли заметить, действительно, если награвировать рисунок так, как он есть, то результат получится зеркальным. И разные художники относились к этому по-разному. Кто-то это учитывал, для этого были специальные системы зеркал, и они рисовали уже зеркально, или гравировали, наоборот, сразу зеркально. А кто-то это вообще не учитывал, считал, что ну как бы и так можно. И поэтому есть масса гравюр, в которых ну, такие явные ошибки, там Христос благословляет левой рукой или там еще что-то в этом роде, что ну как бы именно явная ошибка. Да? Но это не... В принципе, на это часто закрывали глаза, хотя на наш взгляд сейчас это очень странно, это там и композицию разрушает, и вот даже какие-то смысловые моменты может нарушать. Но тем не менее, вот как-то это была такая общая... принятая условность, которой можно вот пожертвовать. Так что, действительно, тут иногда бывают разные грехи. И вот таким противоположностью Рубенса, как вы можете догадаться, был Рембрандт. Да, эти два художника, которые все время значит, сравниваются, такие, один из южных Нидерландов, другой из северных, один богач, другой, ну, как бы, скорее, по мифологии, бедняк, хотя, конечно, это не совсем так, но хотя бы мифология тоже закрепляет важные вещи, на самом деле. И подход Рембрандта к... В общем, во всем они были разные. У одного была огромная мастерская, у другого сильно меньше. И подход к гравюре тоже был диаметрально противоположен. Если Рубенс попробовал гравировать, не понравилось, стал работать с профессиональными гравюрами, то Рембрандт, наоборот, попробовал работать с профессиональными гравюрами, не понравилось, все сам... стал делать сам. И в результате стал величайшим гравером всех времен народов. Так что это была правильная стратегия. Значит, в его случае. И вот здесь мы представляем самую знаменитую гравюру Рембрандта и, возможно, самую знаменитую гравюру вообще. Лист Стогульденов, так называемый, изображающий Христа, проповедующего нищим или исцеляющего нищих. Тоже ученые спорят. Ну, назван он Лист Стогульденов просто потому, что он уже при жизни Рембрандта был продан вот за эту баснословную по тем временам сумму. Ну и вы видите, насколько эта гравюра отличается от всего того, что вы видели, сколько здесь много этой атмосферы, живости, как здесь он может работать пятном, а не линией внезапно, да, и насколько тонкое здесь вот это освещение, тонко нюансированное. И здесь есть и эстетика незаконченного, кстати, как и у Ван Дейка. То есть здесь соединяется очень много всего, и получается вот такое живое изображение, в которое действительно можно ну, погрузиться, в котором можно жить. Да, то есть графика, она вообще плоскостная, да, по своей природе, и не склонна скорее к вот таким... втягивающим изображением, но у Рембрандта это удалось. Но про Рембрандта можно говорить много. Здесь, в контексте нашего разговора про подготовительные рисунки, интересно вот что, что ему подготовительные рисунки были не нужны, потому что он все делал сам, да, никому не передоверял и мог работать с чистого листа или с чистой доски, так сказать, называется. Поэтому у него очень мало, практически нет подготовительных рисунков для гравюры, вот таких точных. А что есть, это вот как в данном случае. Рембрандт ну, каким-то образом увидел где-то верблюда, животное в Нидерландах редкое, и тут же его запечатлел, просто чтобы запомнить, ну, как он выглядит, да, чтобы потом где-то использовать. И вот действительно в этом листе Стогульденов, если присмотреться, в самой правой его части, вы видите вот этого
верблюда совершенно в другой позе, да, то есть это не копия с этого рисунка. Но вот именно такого рода рисунки есть у Рембрандта, где он просто запоминает, как выглядит верблюд, и потом где-то еще изображает верблюда. Вот так, потому что все это создается живо и непосредственно на доске. Ну, да, конечно, эфирное время, как я и думал, я перебираю. Но у нас осталось всего два небольших зала, которые посвящены такой более, может быть, знаточеским темам, более специальным темам, но которые важны вот при разговоре о соотношении гравюры и рисунков. Значит, первый зал называется «Игра в имитацию» и посвящен тому, как гравюра на протяжении всей своей истории имитировала рисунок. Потому что рисунок, как правило, как мы только что видели в разделе про подготовительные рисунки, и был тем, из чего рождалась гравюра. Подражания эти были разного рода. Это могла быть самое первое, что могло быть, это была раскраска. Да, когда бралась гравюра и раскрашивалась. Подобный пример вы видели на выставке Дюрера, вот, собственно, это один из них. И это, конечно, была такая инерция вот этой старой традиции манускриптов, когда все изображения, да, там, в книгах были цветными, и когда вдруг появились черно-белые гравюры, казалось, что это что-то недоделанное, несовершенное, надо раскрасить. Ну, в данном случае раскраска более поздняя, очень тонкая и конечно, уже вполне эстетически самостоятельная, но сама идея раскраски, конечно, следовала этому. Но это такой самый простой способ уподобления гравюры рисунку. Были и более сложные. Например, когда изобреталась целая техника хироскура, печать с нескольких деревянных досок, когда каждая доска изготовлялась для своего цвета, чтобы получить вот эти три цвета. Черный, ну, в данном случае вот такой коричневатый, и белый, то есть цвет бумаги. Значит, а делалось это, чтобы подражать рисунком в популярной в этой манере, когда сочеталось рисунок пером, вот этот черный цвет, да, отмывка кистью, да, пятна наносимые кистью, это вот этот коричневатый, и белила, которая в данном случае бумага, как бы за белила выступает. И с этих досок можно было делать оттиски в разных цветах, но все они были вот такие оттенки охры или зеленоватые, коричневатые, вот как рисунки того времени, то есть они не отдалялись от этой эстетики рисунка, хотя, в общем, могли бы и потом отдалились спустя некоторое количество веков. Вот еще один интереснейший пример влияния рисунка на гравюру и подражание рисунку – это жанр гриффонажа, такое слово редко используемое, может быть, вы его не слышали. Гриффонаж – это изображение вот таких разных мотивов, словно в блокноте художника. Да? Когда вот вы видите, тут у нас лицо Рембрандта, а тут вдруг под 90 градусов изображение нищих. Да, или вот слева дерево, стоящее, а справа внизу тоже под 90 градусов берет Рембрандта, и там его глаз выглядывает. Да, то есть вот подобного рода множественные образы, они естественны вот в блокноте художника, да, когда он что-то зарисовывает, ну, экономит бумагу, на каждом клочке что-то, значит, добавляет. В гравюре, которая по определению закончена, которая тиражируется, да, и специально делается, но это очень странно. Почему так? И Рембрандт был не один, это в том случае произведение Рембрандта, кто обращался к этому жанру. Это, с одной стороны, попытка действительно тиражировать эти зарисовки в блокнотах, чтобы они могли служить образцами для других художников, а с другой стороны, в случае Рембрандта, он явно понимал, что именно это может погрузить вас вот в, как бы, внутрь головы художника.
Потому что вот именно так художник мыслит, вот набрасывая эти, эти образы, которые перед ними являются. Это вот как бы тот сор, из которого рождается потом искусство. И Рембрандт сам понимал, что вот в этом и есть что-то, что о мне говорит, может быть, больше, чем полностью законченная композиция. И поэтому он вот так себя саморепрезентировал. Опять же, повторюсь, что гравюра, она тиражная, и именно по ней судили. И Рембрандт подумал, что а хорошо бы, чтобы мне судили вот по таким изображениям, потому что в них есть что-то от меня, что не передать иначе. И все равно не могу пройти мимо произведения Сегерса. Я знаю, что просто когда вот новость об этой выставке как-то попала там в социальные сети в новости, многие главную информацию, которую они вносили, выставят Сегерса. Вот там есть ценители, которые понимают, что действительно вещи Сегерса – это вещи очень редкие. В Эрмитаже их всего 4, вот мы выставляем 2, и они вообще во всем мире наперечет, буквально, значит, единичные вещи. Вещи очень сложные и странные. Это такой голландский художник, старший современник Рембрандта, который экспериментировал с гравюрой, ну вот экспериментировал, тоже приближая ее к рисунку, к оригинальной графике. То есть он, во-первых, тонировал бумагу, подкрашивал бумагу, которая сопечаталась, потом печатал на ней цветными красками. Не черным, да, вот таким синеватым в данном случае. И сверху еще иногда правил от руки. Да, то есть, ну, фактически это такие рисунки с применением гравюры. Да, вот такое тоже смешение этих двух совершенно разных искусств. Ну, это вот в такой у нас как бы экспериментальный уголок. А теперь мы переходим в другую часть этого зала, еще на 18 веку. И вообще веку наивысшего расцвета и рисунка, и гравюры. В том смысле, что именно в этот век их стали более всего ценить, более всего в них разбираться. В это время появляются первые исследования и по гравюре и рисунку, создаются главные коллекции гравюры и рисунка. И, в общем, вот графика – это было одно из тех искусств, которые были во вкусе 18 века, вот как фарфор или там камеи, да, или миниатюра, вот те искусства, которые сейчас, может быть, не самые популярные, как можно сказать, и, наверное, и про графику, но вот в 18 веке их любили, может быть, более всего, напротив. И поэтому, в частности, старались как можно точнее имитировать рисунок и все его особенности, когда ставилась задача создать гравюру на его основе. И вот здесь очень интересный случай. Это рисунок, замечательный рисунок Антуана Ватто, прекрасного главного французского художника рококо. И внизу гравюра, созданная вторым главным французским художником рококо, а именно Франсуа Буше. А, то есть это Буше по рисунку Ватто. А, такой диалог двух главных авторов французского рококо, но вот в графике. Ну, он довольно точно действительно воспроизводит и передает особенности оригинала, но еще достаточно традиционно, в традиционном афорте. То есть здесь в техническом отношении это все довольно просто. А со временем это все усложнилось и достигло, в общем, совершенно полной мимикрии. Вот как в данном случае, даже не все специалисты, скажу я вам, с первого взгляда, ну, особенно издалека, во всяком случае, различат, где здесь рисунок, где гравюра. Да? Ну, при том, что вещи разные, да, то есть это просто в одной манере выполненное, но настолько гравюра точно подражает всем особенностям рисунка, что это, в общем, легко перепутать. Ну, вот эта гравюра, раскрою секрет. И что самое интересное, это еще гравюра, созданная Адамом фон Барчем, автором знаменитого справочника по гравюрам, до сих пор главного справочника по гравюрам, которым все пользуются. Вот он, помимо того, что был ученым, был еще и гравером-любителем. Ну, очень профессиональным гравером-любителем, как мы все видим, но это тоже такая интересная особенность 18 века, это проявление вот этой любви к графике. Было очень много людей, которые на любительском уровне занимались гравюрой. Ну или вот еще одна пара, которая тоже, конечно, очень близка и которая показывает вот это искусство мимикрии. Вот здесь рисунок, здесь гравюра. Гравюра, выполненная в так называемой карандашной манере.
То есть в технике, которая специально изобретена, чтобы подражать рисунку сангиной или рисунку карандашом. Я до этого момента не касался технических особенностей. Возможно, это моя ошибка. Надо было, собственно, рассказать вам, как создается гравюра и рисунок. Хотя, опять же, это можно посвятить отдельный эфир. Но в данном случае расскажу просто, как это делается. Для этого используется специальный инструмент, который представляет собой вот некое подобие ножа для пиццы, да, вот такого круглого, который катится. Но только не такой узкий, а он широкий и весь в зазубренных таких. Если им провести по медной доске, то останется след, состоящий из множества точек, да, которые похожи вот на зерно карандаша, который проведен по шершавой бумаге. И вот так, таким образом, этим инструментом наносятся линии, которые очень похожи на карандашные. А все, чтобы передать все особенности рисунка, все его вот мельчайшие детали, все его вот эти даже как бы неважные, казалось бы, вещи. То есть в 16 веке так бы ни за что не заморачивались. Сделали бы просто контурный рисунок, силуэт, вот эту ясную линию зафиксировали бы. И казалось бы, что это самое главное, это передает рисунок. Но в 18 веке этого было уже недостаточно. Надо было передать вот даже всю эту штриховку фона. Вот даже в ней находили красоту и даже ее старались передать. Ну, так же, как и с цветом научились работать уже полноценно, да. И вот, видите, многоцветная. Опять же, я хотел показать на рисунок. Это рисунок акварели, замечательный рисунок Гюбера Робера. И вот по похожей композиции создана гравюра. В общем, издалека совершенно от рисунка не отличимая. Но у этого движения было и обратное движение. Не только гравюра подражала рисунку, но и рисунок иногда подражал гравюре. Это, может быть, было реже, но это тоже бывало. И очень по-разному. Вот здесь четыре рисунка, которые можно отнести, созданы в разное время разными художниками, которые можно отнести к так называемой каллиграфической манере. То есть это когда рисовальщики сознательно подражают вот этой ясной гравюрной манере с перекрестной штриховкой, с вообще ясной такой геометрической штриховкой, да, потому что гравюра, особенно, например, рисовая гравюра, она тяготеет к такой некой геометрической выверенности. И вот здесь в этих разных рисунках есть вот попытка заимствовать эту строгую эстетику гравюрного штриха и применить ее в рисунке. Это один тип подражания. Здесь другой тип подражания, а именно копирование, когда берется композиция Дюрера, Рождество Христово, да, с множеством фигур, но художника в ней интересует только фон, только, собственно, изображение вот этой хижины, полуразрушенной. И вот он на рисунке выборочно копирует только ее, очевидно, чтобы использовать потом в какой-то своей композиции, например, для фона. Да? Или, как вот в данном случае, когда берется знаменитая гравюра Адама и Ева Дюрера, и с привлечением еще других образцов делается собственная композиция, такой коллаж-монтаж немножко из Дюрера, когда отдельные элементы, вот там, в частности, узнаваем этот попугай или лось, они берутся у Дюрера, что-то другое берется из других гравюр, и создается вот как бы новое, как бы самостоятельное произведение. Но надо сказать, что сейчас это выглядит как такой плагиат, копипаст, называйте как хотите. Тогда это, в общем, было вполне себе в порядке вещей. Вот, например, замечательный лист Джованни Батиста Пиранези, такое посвящение Папе Римскому, с которого начинается серия, и это посвящение вот вписано в такой тяжеловесный антик, во многом сочиненный Пиранези. И вот этот мотив копируется, опять же, выборочно Джакомо Кваренги, нашим знаменитым архитектором,
тоже вот для каких-то своих целей. Да? То есть гравюра была таким неистощимым источником образцов, вот таким репертуаром, откуда можно было черпать что-то тебе нужное, и такой кровеносной артерией искусства, по которой вот эти образы разносились по всему миру, и все художники, конечно, ею пользовались. Здесь интересная вещь – это обманка. Да, это рисунок, изображающий гравюру в альбоме, да, вот наклеенную сургучом по четырем углам. И вот если бы она была помещена в действительно альбом, да, вот такой лист, многие бы его приняли за настоящий, и это было бы поводом для шуток вот таких как раз знатоков гравюры рисунка 18 века, которые могли забавляться такими вещами. И заканчиваем мы нашу выставку таким вот торжественным салютом двумя вещами, в которых гравюра и рисунок объединяются вот уже совершенно неразрывно. Значит, что это такое? Здесь стоят два имени: Франческо Пиранези и Луи Жан де Пре. Франческо Пиранези – гравер, сын Джованни Батиста Пиранези, который создал в данном случае вот рисунок этой, этого листа. Вот если присмотреться, вот черные линии, которые там есть, это такой очерковый рисунок, основные контуры изображения, которые затем были от руки раскрашены его другом Луи Жаном де Пре, французским художником. Раскрашены два оттиска совершенно по-разному. Да, то есть гравер делал, Пиранези делал такую раскраску, печатал ее в энном количестве экземпляров, а потом приходил художник и ее раскрашивал, но каждый раз немножко по-разному, но тем не менее ему это было куда проще, потому что основной рисунок уже был нанесен. Да, вот такое сотрудничество взаимовыгодное гравера и рисовальщика. Это тоже как бы раскрашенная гравюра получается, то, с чего мы вот начинали в соседнем зале, этим же, к этому все и пришло, но это уже раскрашенная гравюра, которая раскрашена не самовольно, да, вот как в случае с Дюрером, а когда с самого начала предполагалась раскраска, и без раскраски эти листы не существовали, ну, там какие-то есть уникальные оттиски, там единичные. Вот, то есть такой синтез этих двух искусств, вот, которые мы тут все время на этой выставке пытались разделить и показать, в чем же разница. Но вот здесь мы показываем, что они при этом могут и мирно существовать, и объединяться совершенно неразрывно в одном произведении. Ну вот, собственно, то, что я хотел рассказать, может быть, немножко сумбурно и бегло, но графика вообще не очень терпит подобной суеты, подобного беглого рассказа, но вместе с тем графика и это то искусство, которое требует личного наблюдения, да, потому что если живопись, она вот там может висеть в церкви, да, где-нибудь, и ее видят сразу много народу, и когда вы смотрите живопись, ну, полагается отступить на пару шагов назад, чтобы ее видеть целиком, да, и, значит, она вот так немножко отдаляет от себя и обращается сразу ко многим людям, то графика, она наоборот приближает тебя к себе. Чтобы хорошо рассмотреть графику, ты должен, во-первых, смотреть ее вживую, и, во-вторых, приблизиться, вот буквально наводить носом, значит, по ней и долго, внимательно рассматривать, размышлять. И это именно то, к чему я призываю вас всех вот после этого такого, может быть, сумбурного интернет-рассказа, превратить его и исправить его тем, что прийти сюда и лично пообщаться с этими произведениями лицом к лицу. Благодарим Василия Михайловича за этот такой мощный рассказ.
5 залов мы сегодня с вами прошли, дорогие друзья. И на самом деле мы и переместились и во времени, и в пространстве, познакомились с многими художниками, техниками. И спасибо отдельно за технические подробности, потому что они очень интересуют наших зрителей. Мы напоминаем, что у нас галерея графики работает до начала октября. Благодарим второго куратора этой выставки, Карину Красильникову. Да, очень важно сказать про Карину Красильникову, которая, хотя я сейчас один тут представляю, но это абсолютно плод нашего общей работы. И хотел сказать, что не галерея графики работает до 1 октября, а галерея графики работает всегда. А эта выставка работает до начала октября. Эта выставка галереи графики работает до начала октября, потом будут другие выставки, о которых расскажут уже кураторы, заступившие на этот пост. Мы всех благодарим за внимание. Оставляйте ваши вопросы в комментариях, кто, может быть, не успел задать их лично. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. До свидания.